смотри, со смеху выводит свое творчество на новый уровень. И про «Фабрику звезд» тут написано. А какой это выпуск журнала? Это 25-й выпуск журнала «Мелон Рич». И сегодня у них юбилей, они празднуют 5 лет со дня первого выпуска журнала. Гостей вечера на сцене уже ждут артисты, а также фуршет от ресторана «Гусятников». Как ваше новогоднее настроение? Потрясающее. Ну, во-первых, оно двойное, потому что сегодня праздник у Мадам Рич, это раз. А второе, то, что сейчас очень много выступлений, очень много корпоративов, очень много праздников. Люди уже празднуют Новый год. Очень крутой журнал, очень хорошо сделанный журнал, с очень достойными гостями. Не только ягодка, с хорошим качеством, вкусом подобранные материалы. Когда ты читаешь такую литературу или смотришь каналы, типа Hello TV, ты ощущаешь совершенно по-другому жизнь, совершенно другой вкус. Вы видите уникальность этого журнала, может быть, отличие от других глянцевых журналов? Главное отличие журнала «Мелон Рич», скорее всего, это то, что там минимально плохих новостей и минимально всяких интриг и всего того подобное. Какие у вас новинки вообще в жизни, перемены? Вышла песня у меня. Мы вот отмечаем победу, празднуем. У нас двойной праздник. Мы сегодня приехали на мероприятие. «Мелон Рич» 5 лет. И у нас вот победа в iTunes. Мы заняли первое место. С профессиональной точки зрения, как вы считаете, какими магическими чарами обладает журнал? В моем понимании журнал, красиво сделанный с любовью, по сути является таким арт-терапевтической техникой. Самое главное, наверное, волшебная сила журнала в тех потрясающих картинках, которые там представлены. Вы знаете, Новый год – это мой любимый праздник, потому что я была когда маленькой девочкой. В этот день исполнялись все мои желания. Я до сих пор верю в Деда Мороза, хотя знаю, что его не существует, но мне так легче жить, и все-таки мечта, она должна осуществляться. Переводится как сочная, яркая, вкусная дыня. Это летний фрукт, солнечный. Это маленькое солнышко на нашей обложке, которая присутствует каждый день. Таким образом, у нас появился наш маленький «Мелон Рич». Журнал, который находится сейчас в топе, в чем его преимущество? Может быть, у вас есть какая-то любимая колонка? Журнал «Мелон Рич», он яркий, потому что Света Листопадова яркая. Она яркая своими мыслями, своими идеями. Она тот человек, который умеет эти идеи воплощать в жизнь. So come.